Жители села Новые Зори Павловского района боятся, что останутся без Дома культуры в канун Нового года. Здание уже не первый год находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Это единственный ДК в селе, где проживает 3500 человек. Местные чиновники долгое время не могли определиться, кто должен задержать аварийное помещение и оплачивать его ремонт. Дело в том, рассказал глава Новозоринского сельсовета, что основная часть здания ДК находится на балансе администрации Павловского района и лишь его малая часть в ведении местного сельсовета. Решение вопроса затянулось, на носу праздничные мероприятия, которые негде проводить, в здании опасно находиться. Правда, глава нас заверил, что без праздника сельчане не останутся. Кровлю отремонтируют в течение 4 дней, причем на районные средства. По результатам выполненных работ сельский совет сейчас заключил муниципальный контракт на ремонт кровли. Ремонт кровли заканчивается. Цена вопроса 2 063 000 рублей. Для финансирования ждем. Окончание работ будет, мы заявку сделаем на финансирование. Ожидаем, что профинансируют. Успеет ли подрядная организация завершить работу в срок и почему так долго решался вопрос с ремонтом Дома культуры? Расскажем в ближайших выпусках.